Межпланетная коалиция галактических цивилизаций весьма обеспокоена переменой климата на планете Земля и в связи с этим происходящими пожарами, увеличением активности вулканов, землетрясениями, цунами, военными конфликтами и ухудшением экологической ситуации на всей планете Земля. По межгалактическому соглашению номер 138-88-13 ни одна цивилизация не может вмешиваться в события, происходящие на сторонних планетах. Строжайше запрещена передача технологий с других планет, консультирование жителей о событиях, которых ожидают в ближайшем будущем, и помощь в нахождении новых источников энергии. Исключением из правил является посещение планет аккредитованными представителями цивилизаций для проведения свадебных церемоний и медового месяца, так как планета Земля является одной из самых красивых, экологически чистых и пригодных для проживания. В 2010 году представители инопланетной цивилизации с планеты Марс решили посетить самое красивое место на планете Земля для того, чтобы провести церемонию свадьбы. А тебе Рената Литвинова нравится? Нравится. Нравится. Расправила гордо крылья, и теперь, где бы я ни был, все блестит золотой пылью. Эта пыль просто так условность, и космическая октава. Кокаин — это миф, не новость, все, что кроме смешная подстава. Я тебе все найду каналы, я открою тайны вселенной, для тебя соберу гонорары. Лишь бы ты была откровенна, лишь бы ты была откровенна, лишь бы ты была откровенна, лишь бы ты была откровенна. Из осколков чужого мнения эту вечность я соберу, и по звездам моих откровений все теряю и нахожу. Покупая лунные кратеры, покупая Марс и Сатурн, возвращая свои обещания, я в эфирах тебе прокричу. Я тебе все найду каналы, я открою тайны вселенной, для тебя соберу гонорары. Что творится, Боже, Боже, нам не остановиться. И теперь кто же будет, кто же? Кто же будет двуглавой птицей? Я тебе все найду каналы, я открою тайны вселенной, для тебя соберу гонорары, лишь бы ты была. Лишь бы ты была откровенна, лишь бы ты. Тебя, только меня, да, и Ренату Литвинову.